Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы продолжим любоваться на мою личную коллекцию необычных кристаллов Сваровски. Необычные кристаллы Сваровски, часть 2. Но прежде чем мы начнем, я хочу отдать подарок. В прошлом ролике, кстати, если вы не видели, первую часть можно посмотреть здесь, вот подсказочка. Я обещала отдать 2 гигантских шатона Сваровски. Первый такой шатон достался тому, кто оставил комментарий под видео, самый первый. Первый откомментировавший не ответил на вопрос. Боже мой, просто оставили комментарий. Ух ты, круто. Ответ появился во втором комментарии. Это Миралиса Яндекс. Она правильно ответила, подвески 66-90. Миралиса Яндекс, я поздравляю вас, этот кристалл летит к вам. А этот кристалл достанется кому-то из тех, кто ответил правильно. И сейчас мы выберем его с помощью генератора случайных чисел. Под тем видео было 198 комментариев. Угу, побеждает 167-й. Вот этот комментарий от Натальи Джи принес ей шатон, гигантский шатон Сваровски. Поздравляю вас с победой. Напишите нам на почту интернет-магазина sales@greenbird.ru, и мы расскажем, как можно забрать ваш подарок. Ну а вы не выключайте ролик, обязательно досмотрите его до конца, потому что мы снова будем дарить подарки. Ну и мы начнем наш обзор. Недавно вы посмотрели ролик с моими воспоминаниями о поездке в Сваровске, в Атанс. Вот здесь этот ролик, если вы его не видели, обязательно посмотрите. Там я делюсь видео, которое я снимала у них в музее. И там мне подарили вот этот подарок с сургучной печатью. Внутри лежит гигант. Шатон цвета минт-грин. Вот такой вот он красавец. Не кристальный, как те, которые есть у нас, а просто супер эксклюзив с покрытием минт-грин. Я оставлю кристалл здесь, в этой коробочке. Пусть он лежит тут, вот прямо так, как мне его подарили. И когда-нибудь, лет через 10, он все еще продолжит там лежать. В прошлом ролике я показывала, как менялась упаковка кристаллов Сваровски со временем. И я нашла еще одну. Я вам показала 4 варианта, я нашла 5. Вот такая вот упаковка серебристого цвета, на которой написано Crystallized with Swarovski, логотип Сваровски, Made in Austria. Сзади голограмма с лебедем. Она нам досталась из какого-то разорившегося, закрывающегося интернет-магазина. По продаже бусин мы выкупили это, и оно у меня лежит. Теперь никогда в жизни я эту упаковку открывать не собираюсь, потому что она старая, серебристая, того древнего образца, и она не открыта. Мне кажется, ее неоткрытость добавляет ей дополнительный шарм. Вот так вот менялся дизайн упаковок со временем. Daniel Swarovski & Co. Самые старые упаковки. Потом помоложе. Вот такие вот серые. Дальше Crystallized. Потом Swarovski Elements. И современная упаковка просто Swarovski. А мы сейчас посмотрим на то, что лежит вот тут. Вот у меня есть такие бусинки отдельно. Артикул 5400 черного цвета. Вот так вот они выглядят, как колокольчики. Как они тебе, Алина, нравятся? С одной стороны, они такие простые, а с другой стороны, в их простоте и их шарм. Они такие все-таки с налетом винтажности, немного несовременно выглядят, если честно, но неудивительно, потому что они были произведены уже очень давно. Их можно использовать в каких-то украшениях, которые имитируют украшения прошлых модных эпох. В принципе, вещь хорошая. В комментариях под прошлым роликом вы просили не просто дразниться, но хотя бы что-то отправлять в продажу. Я вас слушаю, и то, что у меня есть в достаточном количестве, ну хотя бы для некоторых из вас, так и быть, мы отправляем в продажу. Эти бусины можно купить по ссылке тут и в описании к этому ролику. А мы едем дальше, и я покажу то, от чего мое сердце просто заводится. И кровь моя вскипает. Вы наверняка помните, это было несколько лет назад. Сваровски выпустили коллекцию кристаллов. И в промо-ролике они были разделены на 4 части. Стихия – огонь, вода, земля и воздух. И там стихии огня были они. Бусины с очень странной и необычной судьбой. Эти бусины были выпущены как бусина пантера. Вот такие вот дерзкие ребята. И в том промо-ролике стихии огня, они делали вот так вот,
вот так вот вращались, такие все дерзкие, резкие, огненные пантеры. И очень печальная история с ними дальше случилась. Сваровски их переименовали практически сразу же в Пума, и практически сразу после этого, буквально через пару месяцев, их сняли с производства вообще. И нам было сказано, у нас есть последние экземпляры. То, что мы не продадим в течение этих пару месяцев, будет уничтожено. В смысле уничтожено? Как уничтожено? Вы хотите уничтожить вот эти вот потрясающие бусины? Я тогда купила очень много вот таких вот черных пантер металлизированного цвета. Сколько могла, столько и взяла. Понимая, что я сейчас нахожусь вот на этом вот рубеже, когда с пантерами произошло что-то, что их сделали пумами, а потом совсем уничтожили, не купить такие бусины, которые потом станут историческими, раритетными, я просто не могла. И вот они у меня лежали для какого-то особенного случая. И я сейчас думаю, что этот особенный случай настал. Нужно просто перестать жадничать и просто дать возможность вам купить такие же бусины, чтобы они у вас тоже были. В прошлом году я делала с ними бусы. И этот ролик вы можете посмотреть вот здесь. Вот я, кстати, эти бусы принесла сейчас сюда. Вот здесь у меня розовые пантеры висят на кончиках этих бус. Такие пантеры Сваровски делали в двух размерах. И это я вам показала 19 миллиметров, огромные, а есть еще 14, поменьше. Как раз такие вот маленькие у меня в бусах. Эти же пантеры, кстати, отлично подойдут к бусам, которые мы делали на Хэллоуин. Ссылку на этот ролик вы найдете вот здесь в подсказках. Помните, вот эти бусы мы с вами делали совсем недавно. И если вам не нравится эстетика черепов, но в целом нравится такой черный дизайн, то можно просто черепа вот здесь вот на кончиках заменить на пантеры. Большие или маленькие, как вам нравится. Вот сейчас просто рву на себе волосы от досады. Почему я не взяла больше розовых или вот цвета Golden Shadow? Это остается в моей частной коллекции. Две больших пантеры цвета Golden Shadow или Lux Shade. Таких больше нигде нет. Никогда в жизни Сваровски такие больше не сделают. У меня есть только две этих бусины. И я их спрячу. И никому не отдам. А, ну кому нужны черные? Есть для вас чудесная новость. Лимитированное количество черных пантер у нас в продаже прямо сейчас. Они последние в своем роде. Кстати, если вам интересно, если вы хотите посмотреть мастер-классы, что можно с такими бусинами сделать еще, помимо того, чтобы их на кисточке вот в таких вот украшениях помещать, напишите нам в комментариях, может быть, ваши идеи, мы воплотим что-то из вашего, или пожелания какие-то мы сделаем. Мастер-класс с такими бусинами, прям специально про пантер, для тех, кто купит эти бусины у нас сейчас и не будет представлять, что он с ними хочет сделать. Бедные пантеры. И я сейчас вам покажу следующий необычный кристалл в моей коллекции. Таких в продаже у нас вообще никогда в жизни не будет, потому что это вообще что-то совершенно редкое и очень винтажное, эксклюзивное. Шатон 20 миллиметров без фольги. Цвет похож на топаз. Эти шатоны мне подарила подружка. Они попали сюда из Ирландии. История у этих кристаллов такая. Где-то в Ирландии, где живет моя подруга, мужчина после смерти жены решил продать дом. Но перед этим, конечно же, он там наводил порядок, выводил старые вещи. И где-то на чердаке он нашел упаковки с кристаллами Сваровски. Его жена, видимо, была такая же, как я. Складывала все в шкафчик, в коробочке. И вот эти кристаллы были куплены моей подругой и подарены мне. Не знаю вообще совершенно, когда они были сделаны, но 20 миллиметров шатоны Сваровски такие не делают. И они вообще не делают такие шатоны без фольги. То есть это прям вообще вау, просто вау. Показываю чисто похвалиться необычными кристаллами. А вот дальше, что у меня есть с этим, я в принципе готова расстаться, но так, скрипя сердце. Бусины 5200 из вот таких вот упаковок серых. Расстаться я с ними готова только по одной причине, что у меня таких упаковки две. Тоже винтажные бусины. Отлично подойдет, мне кажется, для украшений в стиле винтаж. Огранка отсылает нас куда-то в 60-е, 70-е. Сваровски такие бусины сейчас делают маленьких. 6,7 миллиметра. Это у меня 12/8 миллиметров. Эксклюзив пролетит из серебряных упаковок. Одна упаковка отправляется сейчас в продажу в Greenbird.
И еще у меня есть бусины. Это ксилионы, которые не ксилионы, а беконусы. Сейчас беконусы у Сваровски называются ксилионы. Какое-то время назад, лет 6, где-то примерно вот так вот, Сваровски улучшили свои бусины, беконусы, добавив туда дополнительное количество граней. То есть было это просто вот так вот, а стало вот так вот и еще вот так вот. Беконусы стали называться ксилионами. Они стали лучше отражать свет, более сияющие и более сверкающие. Но у меня есть беконусы, которые были до этого, которые не такие сияющие и не такие сверкающие, но они примечательны тем, что они уже стали винтажом. Это артикул 5301. Такой раньше артикул был у ксилионов беконусов Сваровски. И у меня здесь беконусы 8 мм в цвете Джонквил. Желтенький, в цвете желтенький. Вот сейчас даже ксилионов в размере 8 мм в цвете желтенький Сваровски не делают. То есть это прям вообще раритет. Вот так вот нежно выглядят эти бусинки. И это беконусы старого образца, старой закалки, когда граней было не так уж и много. Жадина Таня прям вся вот так вот дрожит, не хочет отдавать, потому что это история. Через 10 лет оно станет еще более раритетным, еще более редким. Но лучше порадовать вас, чем сидеть на этих пачках годами. Тем более, что я могу себе несколько бусин отложить и просто радоваться нескольким бусинам, а не полным упаковкам. А следующий номер в нашей программе будет вот такие вот 46-27. Огромные кристаллы у меня есть в двух цветах. Здесь упаковки тоже старые. Сваровски Элемент и еще более ранняя версия, вообще Crystallized. Ну, давайте начнем с Metallic Silver. Вот так вот они выглядят. Видите, здесь вот уже эти лоточки пожелтели от возраста. Мне так нравится на это смотреть, как все становится историей в моих руках, на моих глазах. Вот такие вот потрясающие кристаллы Metallic Silver. Ну, во-первых, можно оплести. Во-вторых, может быть, на этом кристалле можно вообще что-то нарисовать, да? Если кто-то умеет рисовать на кабошонах, то почему бы не нарисовать что-то на этом? Что-то такое, знаешь, хай-тек какой-нибудь. Можно в него просто как в зеркальце смотреться. И обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. И покажу такие же большие Crystallized Jet Nut. С задней стороны он выглядит так же, тоже черный. Если его перевернуть, мы что-нибудь увидим. Да, он более коричневый, видите, Jet. Это Metallic Silver, это Jet Nut. Такой бронзовый благородный оттенок. А это гематитовый. Эти кристаллы я тоже отправляю в продажу. Ссылку на них вы найдете в описании к этому ролику. Можно заказать и получить их в любую точку мира, потому что интернет-магазин greenbird.ru доставляет заказы по всему свету. И в Казахстан тоже. Последний номер нашей сегодняшней программы. Артикул 4610. Цвет сиам без фольги. Вот такие вот прямоугольники нас здесь ждут. Они выглядят прямо как рубины. Красное все. Хочешь посмотреть? Если честно, мне вот их прям очень жалко. Можно же сделать такое вот рубиновое колье из них, как у императрицы какой-нибудь, Екатерина там или Татьяна. Можно корону было бы инкрустировать этими рубинами прям. Жалко мне, жалко. Ладно, я решила. Несколько кристаллов я отложу себе, а остальное, пожалуй, добавлю в продажу. Если они мне так нравятся, я уверена, что среди вас тоже найдутся фанаты, которым они полюбятся. Сегодня я не буду демонстрировать вам подарок. Пусть он останется сюрпризом. Этот подарок вы увидите в следующем ролике. Прямо в тот самый момент, когда он вам достанется. А достанется он случайному человеку из всех, кто оставит здесь комментарий. И в следующем выпуске мы выберем победителя из тех, кто оставит комментарий под этим роликом, и подарим ему кристаллы, которые я буду показывать в следующем, третьем выпуске. А пока ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Пока-пока!
то мне жалко. Знаешь, как мне жалко это все отдавать? Надо же переставать жадничать, да? Надо богатствами своими делиться с миром. Только убедись, пожалуйста, что я реально себе их отложила и не забыла, а то сейчас их раскупят, и мне ничего не достанется. Лайк поставь и подпишись. Если нравится капитал, и подпишись. И лайк. Пум-пум-пум-пум-пум. Как безумные танцы. Лайк. И на канал подписывайтесь.